25-й день подряд суточная смертность от коронавируса в России превышает 1200 человек. Всего скончались 278 857 заразившихся. Заболели COVID-19 еще 32 930 россиян. Общее количество инфицированных превысило 9 736 000. В Татарстане второй день подряд выявляют 236 случаев болезни, 24 из которых в Набережных Челнах. Скончали за сутки 11 COVID-пациентов. Всего с начала пандемии в республике официально зарегистрировано 38 760 случаев коронавируса.